А теперь новости для отпускников. Один из ведущих туроператоров страны, компании «Натали Турс», замораживает летние туры. По подсчетам экспертов, отпуск испорчен как минимум у 3500 клиентов. Те, кто уже улетел на курорт, жалуются на угрозу выселения из зарубежных отелей. Развитая туристическая компания фактически остановила свою работу. В среду она объявила об отмене туров вплоть до октября. Это значит, что все те, кто бронировал отдых у «Натали Турс», остаются дома с выкупленными путевками. Туристы могут рискнуть и полететь на отдых, но вполне вероятно, что с них потребуют оплату за проживание в отелях еще раз. В этом месяце услугами компании воспользовались 1500 человек. Теперь «Натали Турс» должен задуматься, как вернуть деньги людям. И это при том, что компания задолжала миллионы долларов зарубежным партнерам. Потому-то Италия, Испания, Кипр и Турция отказываются размещать ее клиентов. По последним данным, компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры. Пока на эти цели направлены ничтожно малые средства – всего 800 тысяч рублей.